Марк Фейгин подключается к нашей беседе, правозащитник, блогер, оппозиционер. Марк Захарович, здравствуйте. Добрый, добрый. вечер. Да, добрый вечер, всех приветствую. Да. А, ну, собственно, мы нашей аудитории объяснили, кто у нас находится в списке подсанкционных бизнесменов, олигархов. Самые яркие – это братья Ротенберги, Ковальчук, конечно, Прохоров. Ну и неожиданно в чем-то попал Абрамович, которого многие троянским конем называли и вообще не понимали, какое он имеет отношение к переговорам. А как думаете, что-то поменяется теперь в давлении на Кремль или плевать они хотели там, на этих толстосумов? У них своя политика партии, билет в один конец и так далее. Нет, на сам Кремль, на самого Путина любые проблемы его окружения, олигархов, они, конечно, решающим образом вообще не влияют. Абрамович ведь себе выторговал право, так сказать, и не только говорить там, он публично один раз сказал о том, что он как бы вот он против войны и все такое. А в принципе, главное, на это могли закрыть глаза, это там разрешили. А главное, это возможность быть каким-то посредником. Он хочет быть очень выгодным удобным, нужным Британии. Он, например, участвовал в переговорах по освобождению вот этих британских приговоренных к смертной казни двух граждан и их, собственно говоря, содействовал отправке их в Великобританию, по-моему, через Саудовскую Аравию, поправьте меня, Значит, остальные командиры Азова остались в Турции. Это условие, при котором обмен осуществился. Ну вот, но он и, в, он и в продовольственной сделке участвовал в зерновой и в других. Ну, и многие упрекали просто банковую, что она вступила вот с такой сговор, что ли, или какое-то типа соглашение с Абрамовичем ему помогать. Ну, вот от обратного этой вещи. Кстати, то же самое обвиняли банковую по поводу Фридманов и его семьи, но однако же они тоже под санкциями. Все под санкциями. Ну, Абрамовичу дают еще какой-то, как я понимаю, карт-бланш. Вот ты давай наших освобождай. А там глядишь, может быть, и выплывешь из списков. Ну, как какой-то ему вот дают возможность, насколько я понимаю. Но это не означает, что если он не будет себя хорошо вести, что он там не окажется и в других списках. Он ведь абрамович только в американский не попал, uh -huh. а в британском, и европейском, несмотря на свое португальское гражданство, ну и само собой израильское, он, он находится. И поэтому он мучительно вот все, что может делать, лишь бы не оказаться в американском списке. То есть это самое чудовищное, что для него может произойти. Потому что значительная часть активов повязана с Соединенными Штатами. Ну, много чего. Так что он пытается избежать именно этого. Марк Захарович, вот я напомню, что изначально, когда речь шла об этих людях, говорили о заморозке их активов, но, но вот сейчас мы видим, что не только заморозка, но и конфискация. Объясните, как юрист, с точки зрения права, в том числе международного, насколько сложный и долгий этот процесс, либо сейчас в нынешних условиях на право будут смотреть ну, не так, как обычно, и тогда будет быстрее? Понимаете, заморозка – это ведь не лишение права собственности. Это невозможность управления распоряжения. Это было раньше, а сейчас конфискация. Да, нет, я говорю, в чем отличается конфискация? А конфискация все, у тебя больше ничего нет, это все кому-то перешло. Дело в том, что, конечно, и то, и другое можно в судебном порядке обжаловать. В принципе, да. Ну, так сказать, с неизвестным результатом суд может вообще отклонить требования, исковые или иные, но ну, это в гражданском производстве. Хотя, может быть, и там частью административных решение, может быть, и какие-то. Вопросы решаются в административном порядке, да. Но тем не менее это гражданские в том числе правоотношения, поэтому конфискация, она если по решению соответствующих органов происходит, то она обращается либо в пользу государства, то есть вот если это Великобритания, там где франции в Америке, либо если у государства есть намерение, как в случае с Украиной. А это взыскание обратить в пользу третьей страны, ну то есть в данном случае Украины, на виде репарации или чего-то еще, тут тоже ведь есть некая процедура, по которой нужно же все считать. То есть Украина предъявляет свои требования, и на основании выдвинутых требований ей же нельзя заплатить, если она требует 500 миллиардов, ей на триллионы имущества дать. Ну понятно, да? В какой форме это все будет, это еще отдельный вопрос. Но конфискация – это действительно лишение этой собственности. Если мы говорим об Украине, здесь проще. Давайте прямо говорить. Здесь проще. Потому что Украина – воюющая страна. Вот, церемониться ей не к чему. А куда церемониться, если ущерб и считается сотнями-сотнями миллиардов долларов. Поэтому любые... Любые вот эти все персонажи, которые либо в России находятся, либо в пользу России выступают, либо являются олигархами, там, сказать, обладая правом собственностью вот на территорию Украины, конечно, все, разговор короткий, это все обращается исканием в пользу государства, тратится на нужды войны, на нужды восстановления и так далее, и так далее. Если говорить о иных юрисдикциях, ну, прежде всего, США, Европейский Союз, Великобритания, видите, там пробуксовывает, потому что ну, часть, скажем, юстиции, например, некоторые министры юстиции выступают, и американские. Вот мы слышали доводы немецкого министра юстиции о том, что все-таки мы уважаем право собственности. И вот так просто изымать нам тяжеловатенько. То есть, для этого нужны какие-то специальные решения судебные, лучше универсальные юстиции. Ну, то есть, грубо говоря, если бы суд в ГАДе, идущий, который относится к этой универсальной юрисдикции, принял бы какие-то решения о обоснованности репараций и взысканий в пользу Украины как государственных, так и корпоративных активов, да, обращения к взысканию, но национальные юрисдикции, что они бы, признавая это решение, просто начали бы его исполнение. Не одна из, собственно, национальных юрисдикций, потому что у всех законодательство разное. Да, оно, там, сказать, в основах своих напоминает друг друга, но даже, будем говорить, американское и европейское, там, континентальное и так сказать англосаксонское право сильно отличаются да по части прав требования судебной системы системы общего права системы писаного права общего в англосаксонской системы системы писаного права континентальная да то есть ну Римская ее еще называет, это где в основном кодифицированное законодательство? А, а в Соединенных Штатах Великобритании это все-таки система общего права, где предусматривается право судебных прецедентов? Это другая совершенно система. Марк, Марк Захарович, я уточню. Да. А, да. Вот эти олигархи попали в санкционный список как соучастники агрессии. Во-первых, скажите, пожалуйста, как доказать то, что они соучастники? И сразу второй вопрос: Как вы думаете, надо ли этим олигархам дать возможность? добровольно компенсировать кровь деньгами. Ну, избежав таким образом процесса конфискации, я могу предположить, что многие из них на это бы согласились. Ну, а, значит, что касается олигархов. Доказательства о их связи с государственным управлением и решениями, в том числе приведшими к началу войны, ну, я думаю, я думаю, такими материалами располагают и государственные органы в Украине, -то, в частности, точно Спецслужбы, конечно, потому что, например, они, например, некоторые владеют заводами, которые выпускают и продукцию, и частью военную, и частью двойного назначения, и система Альфа, и Альфа-система, и, так сказать, Абрамовича, и Еврахима, и так далее. То есть, у него этот... Как его, не Еврахим, у него и этот... Забыл, в общем, старею. Вот, конечно, они на нужды-то, особенно топливо... Угу. Армии поставляют? Поставляют. У них нефтяные компании, э, сказать, естественно, они это все делают. Да, то есть это доказать можно, да? А по поводу добровольной компенсации? А добровольно они же предлагали. Неофициально они предлагали, и Абрамович, и Фридман с такими предложениями выходили на украинское правительство. Угу. То есть это больше политический шаг правильный, правильно вы понимаете? Конечно, они ставили показать? условия. Да, вы мне помогите вырваться из санкций. У меня же активы заморожены, а у меня там десятки, десятку миллиардов долларов. Я, конечно, из этих денег, из размороженных, помогу на восстановление Украины. Тем более, понимаете, у многих родственная связь с Украиной. Там, он во Львове родился, Фридман тот же. И там не он один, много таких. Но видите как, это же так в пользу бедных. Потому что вот Бабаков такой, знаете, он Бабаков, очень да, близкий. Знаю. Да, а у него, по-моему, даже премьер отеля ему принадлежал вот в Киеве. Я не знаю, есть он сейчас этот отель. Да. А, ну, во -во -во, ну, помимо этого, заводы, фабрики, это ему принадлежат и так далее. А что, вот такому что предлагать, если он в России сейчас находится, депутат, по-моему, он Госдумы, боюсь соврать, или Совет Федерации, поправьте меня, но он был очень долгие годы депутатом Естественно, он и принимал решение, и голосовал и тогда, с 2014 года. С чего бы-то угу. на него искать какие-то специальные основания для конфискации а, ну, его? Вопрос в другом. Стоит ли этим людям, тем, кто хочет а, а, заплатить давай... за кровь да, вот миллиардами, дать такую возможность? Я понимаю, что это очень спорный вопрос. Как вы считаете? Только не за счет третьих лиц. Не так, что ты, Украина, добейся, да чтобы с меня сняли санкции. Американцы, европейцы, британцы. И я тогда заплачу. Нет, вот это так не надо. Лучше, гораздо эффективнее, забрать их активы там. Замороженные перевести в конфискованные. Понимаете разницу, да? о которой мы обсуждали. И забрать эти активы там, в денежном выражении или непосредственно. Фонд, который какой-то межгосударственный рано или поздно будет создан с помощью Украины на И пусть туда все эти денежки уйдут. А что это идти на такие сделки? На Западе это, кстати, очень сильно не любят. Я думаю, не в последнюю очередь вот эти списки, в которых оказались и те олигархи, по поводу которых были предположения, что они помогают правительству Украины там, в переговорах и всем остальном, тот же Абрамович. В том числе и потому, что брать на себя ответственность, как бы уступать лоббистами этих лиц ну, как бы, не с руки, особенно во время войны. Понимаете? Поэтому я думаю, что лучше этого не делать. Марзахарович, давайте немножко, немножко другую тему обсудим. Обстрелы гражданской инфраструктуры Украины продолжались и сегодня около 30 ракет было выпущено. Вот в Ровенской области мы показывали огромные масштабы разрушения местной ТЭЦ. Там фактически город остался без света. Не знаем, как сейчас проходят работы по восстановлению, но 100 спасателей задействовано. На Киевщине было сбило, сбито 4 ракеты, в том числе не долетели они до цели. И в контексте этого, мы так понимаем, поговорил Ллойд Остин с Шойгу, после да. чего с министром обороны Украины Алексеем Резниковым Ллойд Остин провел разговор. Как вы думаете, о чем говорили, кроме декларативного а вот мы обсуждали вопрос безопасности укрепления в контексте Украины. Каким, вы думаете, действительно стал вот реальный повод этого разговора? Ведь у России тоже хотели, видимо, обсудить, в том числе, возможно, и переговоры. Нет, сто процентов вот этой воды больше никто. Это вот безопасность, все это контуры, там договор, все это вообще не обсуждать. Нет, позвонили. Я вот не понял, только Серезников он до поговорил или после? После. после. Только после. А я подозреваю, что и до, и после они поболтали. Вот. Но я не знаю. Ну, я уверен, просто разговаривать только исключительно в связи с дронами, обстрелами, инфраструктурой критической. Это главный вопрос. Я, я не знаю, я не присутствовал при разговоре, Резников мне не докладывал, я не знаю. Но я уверен, что сказали так, что если это продолжится, мы предоставим Украине все те виды вооружений, от которых воздерживались прежде. И дальнобойные ракеты, и дроны, там есть тоже дрончики, которые на тысячу километров могут слетать с 50 килограммами взрывчатки. А где он ее уронит, эти 50 килограмм? На Рублевке или на Кремле? Это уже как бы... Это уже пусть Украина. Я думаю, что, скорее всего, именно ультимативный разговор был, что либо прекращайте, либо, ну, как бы, аминь. Марк Захарович, ну Я хорошо, в... это по, вот сейчас обстрелы гражданской инфраструктуры, это чуть ли не единственный козырь Кремля – ну, дальше у них там только идет подрыв Каховской ГЭС, ну и дальше по степени сумасшествия это ядерный удар. Если лишают их такого козыря, то что, будет просто сдача Херсона? Сдача Херсона сама собой, а нет, у них есть еще один козыречек. Такой. Это север, напасть севера, значит, вместе с белорусами. Ну или без, без там шансов совсем, ну, вместе как-то еще, ну, не, неизвестно. Я думаю, что они этим пошантажируют, Удар с севера по Киеву или по Львову, вот, чтобы перерезать поставки вооружений. <coughs> ну, что-нибудь такое, да. <coughs> Каховскую могут, это тоже критическая инфраструктура, а почему нет? Если, значит, Украина освободит правый берег, ну как, по принципу, не достанешься же ты никому. Залить все, да и все. Поэтому я вполне в такое верю. Будет, дойдет до этого или нет, ну, большой вопрос. Но, тем не менее, знаете, при Сталине такое взрывали, когда немцы были. Поэтому, что, что второй раз не взорвать, тем более, не свое. А, значит, и обстрелы, инфраструктуры, но ну, они продолжаются. Если даже Остин поговорил с Шойгу, а, ну, и, соответственно, с Резниковым там, и так далее, и это касалось, собственно, предоставления вооружений, то, а, если обстрелы не прекратились, ну, значит, будут поставлены, логически, если предположить, будут поставлены эти виды вооружений. Марк Захарович, если учесть, что 15-16 ноября будет встреча на острове Бали да. а, в, в Индонезии, двадцатки а, самых важных мировых лидеров, а, то там, кажется, Путину должны четко сказать а, его место. А, вот, и Путин явно должен что-то услышать. Если он поедет туда, не поедет, в любом случае будет какое-то решение. То есть, как вы прогнозируете до этого времени, а, что будет происходить и, ну, собственно, что произойдет там? Ну, во-первых, я думаю, мы уже кое-что сказали. То есть для того, чтобы услышать то, что они хотят ему сказать, совершенно не обязательно ехать на Бали. А во-первых, мы не знаем, поедет ли Путин. С моей личной точки зрения, я ее никого не навязываю, он поедет только если действительно вот прям будут переговоры с Байденом, конкретные, прямо вот вдвоем, там, пять часов сидят, обо всем договорились. Тогда у него появляется мотив. Да, решить, чтобы Байден надавил на Зеленского, на Киев, чтобы прекратить вооруженные действия, сесть за стол переговоров, ну и так далее, и так далее, и так далее. Если ему не гарантирована такая встреча, не гарантированы такие переговоры, то ему там делать нечего. Потому что он изгой, ни о чем. А какая практическая польза? Ну, только показать, что я вот приехал. Так его же будут унижать. Там хуже, чем в Самарканде будет, понимаете? Специально это будет организовано американцами. Никем кем иным, а им прям американцы подговорят всех, чтобы его все унижали. Опаздывали на встречи. Вообще за столом не посадили. там Посадили где-нибудь отдельно. Ну, в общем, на камеру снимали, как дурака. Я думаю, что это, в общем, вопрос техники. Организовать такое – это вопрос техники. И большая часть стран подыграет. Никто, в принципе, ну, там, может, Китай, не знаю, еще кто-то и то. Большой вопрос. А так в принципе, большая часть стран в эту игру сыграет. Ты больше не гегемон, ты больше не значимое лицо. И Путин это понимает. И просто так вот позориться он не поедет. Слишком ему Самарканда достаточно, сами-то шос. Вот и вот этой встречи в Душанбе что ли она была последняя, где его отчитывал Рахмон. Ну а зачем это ему? А там же хуже обстановка. Да. Но, хуже. В контексте унижения Путина хотелось бы еще вот что понять. Еще несколько месяцев назад мы когда говорили про Херсон, часто говорили, что потеря Херсона для Путина будет равнозначно потере власти, да? что вот после этого что-то должно такое случиться, чуть ли не переворот. По оценкам экспертов, Херсон вскоре будет освобожден. Так вот, как вы думаете, тот прогноз еще актуален в отношении Путина? Или все уже изменилось, и как-то он настроит по-другому свою, свою жизнь и возможность остаться у власти? Да это всегда открытый вопрос, если честно, хоть тогда, хоть теперь. Хоть завтра, когда Херсон деоккупирует. Почему? Потому что в этом должна сыграть свою роль два фактора. Должен народ, но мы видим, что народ, в общем, население готово даже умирать, их отправляют в качестве мобилизованных, их жизнь стремительно ухудшается, и социальная и всякая другая, и он безмолвствует. Вот в реальности каких-то существенных инвектив мы не увидели. Ну вот в Дагестане побузили, еще где-то кинули одним костью, другим костью, и в общем все. А вот элиты окружение Путина. Да, они-то счастливы от всего того, что происходит, а тем более еще будет деоккупирован Херсон. То есть они попали в положение, в общем, совершенно униженное, с санкциями, со всеми прелестями и предстоящими проблемами в экономике и в социальной сфере, вообще во всем. И в военной, и в геополитической. А что взамен-то? Если мы даже... Ну, то есть, они потеряли Херсон. Какая у них мотивация? Вот для элиты это, знаете, я вам скажу, болезненно очень. Решатся ли они на то, чтобы отстранить Путина, поставить какую-то нейтральную фигуру, остается загадкой. Вообще, я бы сказал, что очень много феноменов открылось, помимо всего прочего, что действительно те вещи, которые бы при любых других обстоятельствах сыграли решающий фактор, да, сыграли ну, решающим образом на э, положение Путина там, политическое и всякое другое. Но вот в нынешней России абсолютно, в общем, эффекта моментального не дают. Отложенный эффект все равно будет. Потому что, ну как, это же унижение. Ради чего гибель, ради чего смерти, ради чего э, потери экономические и всякие другие. Ради чего? Зачем ты это все зател? Вопрос-то этот неумолчный, он есть. Они же его между собой, так сказать, перетирают, задают, зачем нам это все было надо да еще с таким исходом. А если потерять Херсон, а что дальше? Дальше что? Мелитополь, Крым. Потому что, ну, честно говоря, этот кусок колбаса вот этого вдоль берега, левобережья Днепра, она же теряет всякий смысл, потому что с правого берега можно будет химарсами обстреливать и железнодорожное полотно из Крыма, и вообще соединения, склады, штабы и так далее. Он просто, ну как, это будет вечная геморрой, понимаете? Тем более украинцы злы, значит, за эти все дроновые атаки, и тогда они что, будут цацкаться, что ли? Будут все обстреливать, все, что движется. Поэтому, конечно, это все может и должно бы привести к переменам политического характера. Но приведет или нет, вы знаете, ну, жизнь всегда э, и несет несколько вариантов, много вариантов. — Ну, что, знаете, по одной из версий этот э, Суровикин, да, они его называют э, генерал Армагеддона, у нас эксперт перед вами назвал его Пятикантроп. А, собственно, ну, и был да. назначен для того, чтобы потом на него все это повесить и списать, как думаете. Тоже, тоже, тоже. А почему нет? Сказать, вот он пятикантр, чего от него ждали? -то? Но вот же вы спросили, мы вам поменяли. Был такой фаворит Лапин. Лапин ну, такой, такой, знаете, интеллигентненький, такой, я бы сказал. Ну, такой, знаете, немножко лощененький, немножко такой какой-то. А Сураевикин все правильно. Это шрек отрицательный, я бы вот сказал. Шрек симпатичный, а этот шрек отрицательный. Такой, я бы сказал, э, оставшись этим утками. То есть он вообще читает по суфлеру, по слогам. Понимаете? Ну, какой там уровень интеллекта? Правильно сказал начальник генштаба израильского, что, говорит, три уголовника никогда не победят трех выпускников университета, как военнослужащие. Ну, так не бывает. Но он же действительно пятикантроп. Поэтому с этой точки зрения я бы сказал, что да, крайнего найдут. Это никогда не проблема. Вот за операцию провала Харьковской области его желательно назначили. Кадыр уже прямо сказал, иди, говорит, с автоматом смывай кровь. Ага. И, и, за это получил генерал-полковника. Ну что, ну, понятно, на чьей стороне Путин. Ну да, свалит, ну, суровите. Но, вы знаете, там линейка-то короткая, лавка-то. А кого, кого ставят? Кого ставить? Там один хуже другого. Понимаете? Все пьющие, все какие-то вот необразованные, все какие-то из 20 века, из середины. Это не значит, что они не понимают, в каком положении находится армия. Они все прекрасно понимают. Их учили этому. Они там десятилетиями этим занимались. Они прекрасно это понимают. Но изменить это они не могут. Потому что здесь недостаточно, в принципе, одного гения, там, да, таланта полководца. Там нужно все-таки иметь средства для того, чтобы это все осуществить. Средств нет. Российские вооружения показали себя самым худшим образом. Если они даже иранские дроны закупают. Это что же, Великая Россия пользуются иранскими дронами. Ну, ничего себе. А у вас дроны есть, а у нас дронов нет. Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому с этой точки зрения это раз. А во-вторых, ну, а действительно, представляете, с кого армию набирают? Мы еще не знаем. Мы вот терминально окончательно не говорим о том, что они точно сто процентов ничего не смогут сделать, даже оборону держать эти любители числом 300 тысяч. Но представьте, что они могут пойти в атаку и, заменив собой армию профессиональную из контрактников, добиться успеха. В это я вообще не верю. Ну, то есть, как бы это 21 век, здесь числом все не решается. И даже не умением, решается железом. Какие у вас технологии? Что вы можете применить? Ну да, вот они получили иранские дроны и эффективно лупят по критической инфраструктуре. Ну, значит, ответ будет аналогичным. Придут, значит, другие вооружения со стороны союзников Украины, которые будут лучше и просто-напросто приведут э, к паритету в этом смысле. Эффективность ну, иранских дронов, дронов уже тоже под вопросом, а, потому что сбивают уже большую их часть. И вопрос а, того, как наладить просто противодействие им, это вопрос там нескольких недель. Ну, по крайней да. мере, об этом говорили а, украинские военные. Я думаю, так и есть. Я думаю, так и есть. И я уже говорил о том, что оружие ведь оказывает не только эффект уничтожения, поражения целей и так далее, но еще и сдерживающий эффект. Если предоставить Украине эти «Хаймерсы» 300-километровой дальности снаряда «Атакамс», если предоставить такие же дроны на 1000 километров, ну, те же подумают 10 раз. Вот мы сейчас пустим дрон на Львов, на Киев, там еще куда-то. Но они же то же самое сделают. Пока это Шебекина касается и Белгорода, а начнет касаться какого-нибудь там Рублевки, Одинцова. Это Одинцовский район. Ну, да. Московской области. Ну, посмотрим, ну, Захарович. У нас уже в любом случае огромный сбор объявлен был неделю назад на дроны для Украины. Вы знаете, Я Сергей Притула, Сергей Стерненко пить, начали пить. этот сбор. Поэтому, как говорится, посмотрим. Да. Ну а кому Пятикантра, по кому честное лицо спецоперации, как назвала Маргарита Симонян в своем телеграмме? Это про Суровикина. А, а, а. она такая же, она просто женского рода пятикантра. Там они нашли друг друга. А лучше бы, если бы они вообще в брак вступили. Такой матримониальный союз вместе с ее этим придурком при, при, при живом киосаяне, ну что ж такое. Да нормально, у них эти, эти могут. Хорошо. не приживать. Хорошо. Спасибо огромное, Марк Захарович, за, да, как говорится, совет для любовь, Симонян и Суровики, но если что. Пусть на том дроне слетают. Распишутся. Спасибо огромное. Спасибо. Марк Фейгин был с нами на прямой связи. Благодарим.